Как обычно, рисуют дерево, рисуют ствол, крону в форме облачка и закрашивают зеленым. А можно сделать этот рисунок еще круче. Сейчас покажу как. Берем черный водостойкий линер, рисуем форму кроны маленькими облачками, ствол и добавляем ветки и немного травки внизу. Затем акварелью закрашиваем листву, используем желтый и зеленый для светлых мест, а темно-зеленый для темных. Отлично, уже выглядит объемно и реалистично. А еще закрасим травку темно-зеленым, темно-коричневым добавим теней на ствол и ветки. Готово! Если было полезно, сохрани видео и подпишись.